я понимаю, сильно забегаю вперед, но все же за победу в общем зачете, аж 400 очков, общий зачет Кубка мира. Поэтому с учетом отсутствия Йоханнеса Клэбе, в теории победитель, если гипотетически, допустим, станет Сергей Устюгов, может опередить в зачете борьбе за большой хрустальный глобус и Йоханнеса Клэбе. Причем это еще так, сильно вперед забегает. С небольшим преимуществом, и там остается буквально несколько этапов Кубка мира, где не все лидеры будут выступать. Так что неплохая всегда заявка на победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона. Относительно спокойное начало. Но здесь-то они уже все прекрасно знают, что им не с кем конкурировать. В том смысле, что не будет никакого другого четвертьфинала, не будет никакого другого полуфинала. И вот время, которое они покажут здесь конкретно, в этом случае в ближайшие 3 минуты на трассе не имеет никакого значения. Имеет теперь значение, в первую очередь, тактическая борьба и, соответственно, кто первым заедет на финиш. Ну, единственное, кого можно легко предсказать, что будет, это Лука Шанала, который будет атаковать в последний подъем. Даже чуть раньше, перед последним подъемом, так же, как он там был ровно в четвертьфинале, как самое, в полуфинале. Но вот посмотрим, что Устюгов и тот же Федерико Пеллегрино предложат. Они, как минимум, ровно то же самое способны там выдать и, скорее всего, выдадут. Устюгов пока держит лидирующую позицию. Рядом с ним Пеллегрино. Сбоку Шанава. Чуть позади Рестамати Хакала. Финхаген Крок и Жаве идут 5-6. Вот, вот, вот. Пошел расталкиваться активнее. Это уже совсем другой темп. Так немножко, выражаясь языком велоспорта, чуть-чуть в режиме сюрпляса поработали первый круг. Он был такой совершенно пешеходный, по меркам спринта, по крайней мере. Но теперь уже пошла раздача по полной программе. Сергей Устюгов выдает проверку для своих конкурентов серьезнейшую. И где-то там у нас немножечко потерялся Финхаген Крок. А может быть, даже и не немножечко весьма. Вот мы там видим его уже на весьма почтительном удалении вместе с Рестамати Хакалой. Устюгов на первой позиции. Пеллегрино отвечает адекватно. Да и француз тоже. Ну вот, мы сто раз об этом сказали, что они сюда готовы атаковать все втроем. Так оно и получилось. У француза проблемки, и только Пеллегрино против Устюгова. Насколько много сил осталось у Сергея, выезжают практически на стадион. Все будет зависеть от финиша. Опять же, смотрим, сумеет ли француз подъехать на этом спуске. Пока этого не происходит, а вот у итальянцев все неплохо складывается. История в духе «Узнаю у брата Колю». Видели мы эту кампанию и Устюгова, и Пеллегрино не далее, как в спринте именно коньковом на финише чемпионата мира. И хочется, чтобы здесь, соответственно, первым оказался именно россиянин. Ну и началась работа. Бровку. Здесь получается это вполне. Шанава уже достаточно далеко. Вряд ли он сдюжит на финише. Включается по полной программе Сергей Устюгов. И нет никаких шансов подходить это ускорение у Федерико Пеллегрино. Вау! Сколько ж здоровья! Лось! Практически весь второй круг практически без отдыха и остановки. Ну, с небольшим исключением. Мужчина. Сейчас, конечно, найдутся люди, которые скажут, ну вот это, тут же Клэба не было. А вот если был бы, было бы интереснее. Вот тогда бы мы и сказали, что это уже по-настоящему. Это тоже по-настоящему, потому что ребята вот так...